Привет, YouTube. Сегодня хочу рассказать о том, как я установил компрессор для накачки баллонов Intex, которым вы наверняка тоже все пользуетесь. То есть сели аккумуляторы, вот, и двигатель еще нормальный, то есть надо как-то было оживить. Короче, вскрываем. Тут ничего сложного нету, короче, все на клею расположено, то есть, грубо говоря, берем отвертку и легкими, так сказать, движениями, ну что-то сломалось там, неважно. Короче, открыли. Открыли, под крышкой наблюдаем вот такую конструкцию. Два гнезда, зарядная и выключатель с гнездом. Некая плата. Вот, значит, фильтра стабилизации тока двигателя. Ну, даже не стабилизатор, а просто фильтр на самом деле. То есть две клеммы одеты на непосредственно на клеммы мотора. Плюс двигатель помечен красной точкой. Наверняка можно видеть. Красная точечка. То есть плюс везде красные. Китайцы молодцы. С одной стороны, с другой стороны сделали штуку не разборную, а просто склеенную. Но не суть. Внутри было забито все аккумуляторами. Вот этими. То есть аккумуляторы тоже незатейливо крепились на клею, на точках клея. Между ними было, между аккумуляторами были, значит, вот некие вставки вот такие вот. Сейчас я их приклеил вот сюда, то есть чтобы, так сказать, в дальнейшем собрать это вместе на саморезах, чтобы это было сборно-разборное. Вот эти вставки, они были развернуты на 180 градусов и стояли между аккумуляторами, как раз две штучки. То есть они наклеивают хорошо, ну там любой клей момент, вот хорошо садятся сюда. Двигатель живой, все нормально, то есть вот компрессор Intex. Вынули аккумуляторы, отрезали провода к аккумуляторам, питающие достаточно такого большого сечения провода. 2 по 0,75 приблизительно. Вот. Красный, соответственно, плюс, черный минус. Значит, решил вывести их через крышку просто вот так, в тупую кверху. То есть просверлил отверстия на выходах. Приклеил, значит, разделители аккумуляторные, которые штатные были, значит, к стенкам. Напоминаю, они были развернуты на 180 градусов, значит, но у них есть прямая плоскость, значит, они хорошо приклеиваются. И под них годится, ну, приблизительно саморез на 4,5. Такой наверняка он, значит, будет это дело удерживать. В общем, все, освободили от аккумуляторов. Ставим назад плату, соблюдая полярность. Плюс и минус. На таких разъемах автомобильных находится, стандартных, которые везде применяются в автомобиле для питания ламп. Так, и вот крышечка, вот эта крышечка, значит, уже с просверленными у нас отверстиями для вывода кабелей. Кабель выводим, плюсовой, соответственно, красный, минусовой черный. Следим за тем, чтобы попасть. Попасть в каналы гнезд. Так, вот гнезда сидят на месте. Крышечка закрылась. Так, в общем-то и все. И дальше саморезик. Два саморезика, которые завернем. В штатные вот эти вот штучки. Такие полукруглые, которые мы там приклеили. И, в общем-то, он у нас получился собранный, скажем так. И сюда мы можем подключить, в общем, любой источник 12 вольт напряжение от либо автомобильной аккумуляторной батареи, либо есть упсовые, значит, для блоков питания компьютеров батареи 12 вольт. Вот он у нас
в общем-то, будет живой, на самом деле, аккумулятор. Вот таким образом. Насос Intex. Спасибо, если кому-то будет интересно, пишите.